Здравствуйте, хочу сделать видеообзор по поводу Окси Полигель белый. Вот, я делала ранее обзор, как я им работаю, а теперь хочу рассказать, какой же он в носке. Ногтям 4 недели. Камуфляж тоже Окси, на него в принципе нет нареканий, ничего с ним не произошло, но он просвечивается, он не плотный. А вот с белым просто катастрофа. У всех, кому я сделала, это 4 человека, пошли трещины даже с финишем для гель-лака. Он очень хрупкий, сушила я его 8 минут, это очень много и очень неудобно. Он хрупкий, просто стирается на глазах до самой линии улыбки. Финиш на нем трескается. Там, где финиш немного стерся, оно все чернеет. В общем, никому не рекомендую покупать. Дорогая вещь, но совершенно не оправдывает себя.